История Брестской зенитной ракетной части ведет отсчет с 1949 года. За все время ее существования военнослужащие полка с честью, достоинством и отвагой проходили службу в рядах этого подразделения. Они надежно прикрывали небо Беларуси на западном направлении, управляли сложной военной техникой. Многие, рискуя собственной жизнью, выполняли воинский долг во Вьетнаме, Сирии, Афганистане и в других горячих точках. Самоотверженные, мужественные, сильные военнослужащие 115-го зенитного ракетного полка всегда отлично справлялись с боевыми задачами, за что неоднократно поощрялись. И в 65-й юбилей теперешним бойцам и офицерам, а также ветеранам вооруженных сил было приятно вспомнить историю подразделения, многочисленные заслуги, отметить новые достижения, поговорить о тех, кто пожертвовал жизнью, защищая Отечество. 65 лет доблестно, честно, добросовестно выполняет личный состав этой части свои обязанности, поставленную задачу. 65 лет воспитаны на традициях, заложенных защитниками Брестской крепости, личный состав показывает самые высокие результаты в выполнении боевых задач. Я стал буквально в прошлом году свидетелем того, как подготовлены расчеты зенитно-ракетного полка, как управляет полком командир полковник Коновалов Олег Анатольевич, как боевые расчеты слаженно работают при выполнении задач по реальным воздушным целям. Время идет, на смену одним бойцам приходят другие, обновляется военная техника. Сегодняшние защитники неба, взяв пример достижения своих предшественников, с достоинством несут службу, осознавая ответственность перед своим народом и государством. Они имеют свои заслуги. Только за последние годы в копилке заслуг успешное выполнение боевых задач в крупномасштабных учениях на российских полигонах Ашулук и Телемба, в ходе которых бойцы продемонстрировали высокий уровень подготовки, получили оценку «отлично». Молодое поколение сегодня достойно продолжает славные традиции бригады. И это подтверждают успехи выполнения боевых стрельб личным составом на полигонах Российской Федерации, Телемба, Ашулук. По итогам 2014 года личный состав успешно выполнил боевые стрельбы на полигоне Телемба Российской Федерации. Благодаря усилиям всего личного состава, значит, бригада, или сейчас это зенитно-ракетный полк, является одной из лучших частей военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Я очень рад, что попал в 115-й зенитно-ракетный полк. Наш полк выезжает на стрельбу в Телембу, где мы успешно выполняем поставленные задачи. Служу хорошо, получил звание младшего сержанта, имею в своем подчинении целое отделение. Мы, молодое поколение, гордимся тем, что служим в зенитно-ракетном полку, как наши ветераны. Взяв за основу опыт предшествующих поколений солдат, сегодня молодые бойцы овладевают военной наукой и в теории, и на практике, справляются со сложными и ответственными задачами, участвуя в стратегических учениях, стремятся к высоким результатам и добиваются их. А это значит, что на смену опытным военнослужащим пришла достойная замена. В юбилейную дату 65-летия зенитно-ракетного полка хочется пожелать новому поколению бойцов очередных побед и достижений, а ветеранам вооруженных сил сказать спасибо за достойное выполнение служебного долга.